Пиджаки, штаны и галстуки поменяли на шорты и футболки. Впервые сотрудники администрации города и центра судоремонта «Звездочка» встретились на футбольном поле. На Ягринском стадионе «Беломорец» прошел день физкультурника. Вместе с футболистами праздник встретили легкоатлеты и волейболисты. Эти люди в майках и шортах выступили в непривычных для себя амплуа. Так городские депутаты, чиновники и управленческий аппарат оборонного предприятия решили отметить День физкультурника. Накануне на Ягринском стадионе «Беломорец» впервые состоялся товарищеский матч между командами администрации города и «Звездочки». Наставник первых – мэр Северодвинска Михаил Гмырин. Да. Появился поворотом. Нет, значит, в сторону куда-то. На поле кипели нешуточные страсти. Первый тайм прошел в постоянных атаках «Звездочки». Однако открыть счет удалось администрации города. Второй гол также последовал в ворота сине-белых. Отыграть два мяча «Звездочка» смогла только во втором тайме. В итоге матча, как, впрочем, и в жизни, победила дружба. Футбол – это такая игра, которая иногда способствует удаче. В этом отношении нам удача повернулась. У нас был один или два момента, ну и мы просто их реализовали. Мы демонстрировали, что и завод, и администрация – это одно единое целое. И нам это позволило и успешно на поле работать, и сегодня достигать те цели, которые мы вместе направляем в интересах нашего города, в интересах развития заводов и города. Футболом День физкультурника не ограничился, не обошлось и без королевы спорта – легкой атлетики. Спортсмены выступили на четырех дистанциях – 60, 100, 300, 800 метров и в смешанной эстафете. На дорожке вышли всего около 30 северодвинцев. Дело в том, что очень много людей уехали отдыхать. У нас соревнования, которые проходят в области, в городе, заканчиваются чемпионатом области обычно. Ну, основной старт. Те, кто дальше не едет, не отбирается, разъезжаются, кто отдыхать, кто куда. Мы проводим мероприятия, и в этих мероприятиях принимают участие как люди старшего поколения, так и молодежь. И мы сегодня видим, что на наших спортивных площадках все больше и больше появляется молодежи, появляется семей, родителей с детьми. Это тоже очень важно для города — воспитывать здоровый образ жизни. Немногочисленными стали соревнования по волейболу. На поле вышли всего три команды. Не смогли в этот день провести и футбольное шоу. Участников даже не привлек весомый аргумент – призовой фонд. По словам организаторов, праздник подпортила погода. Однако те, кто пришел, получили свои заслуженные награды и ценные призы. Дмитрий Ефимов, Семен Самигуллин, Александр Осинков, Вестник Северодвинска.